В студенческой деревне на улице Чурлёниса открылся универсальный спортивный комплекс площадью 6 тысяч квадратных метров. Ранее он выполнял роль павильона для питания спортсменов во время вторых Европейских игр. Сейчас здесь оборудовали 7 залов – 2 игровых, 2 тренажерных, 2 хореографических и 1 для занятий акробатикой. Я очень приятно удивлен. Сегодня мы здесь имеем масштабный комплекс соответствующих залов, которые позволяют, во-первых, закончить плановую подготовку фигуристов, обеспечив здесь и фитнес, и аэробику. В то же время дополнительно сюда привлечь другие виды спорта, такие, как вы видите, баскетбол, гандбол, акробатика, хоккей, гребцы здесь тренировались, мы видели. То есть сегодня можно сказать, что этот комплекс станет таким, знаете, культурно-спортивным местом притяжения для всего этого микрорайона. Прекрасный комплекс, который открыли здесь в городе Минске. Это еще одно подспорье, чтобы у нас была крепкая, здоровая молодежь. Тут очень хорошие тренажеры. Мы сюда будем, наверное, чаще приезжать. Тут также штанга, очень хорошие беговые. В этом спорткомплексе мы будем заниматься ближайший год. Мы уже там были внутри, там очень круто, хороший паркет. Я думаю, вскоре мы станем лучше. Посещать комплекс могут все желающие с 8 утра до 10 вечера.